Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Анне Михалковой с рождения было предопределено стать артисткой, ведь она – дочь известного режиссера Никиты Михалкова. Не менее знаменит и ее дядя, режиссер Андрей Кончаловский. На съемках Аня выкладывается по максимуму, при этом в кадре всегда остается естественной. Несмотря на успешную карьеру, главное место в жизни актрисы занимает семья. Так было всегда и в детстве, когда жила с родителями, и во взрослой жизни, когда уже сама вышла замуж. Ее супруг – бизнесмен Альберт Баков, чеченец по происхождению. Познакомились они на вечеринке, пару лет встречались, а потом поженились. И сразу же родили подряд сыновей погодок – Андрея и Сергея. Но в силу своей работы Альберту приходилось много времени проживать в Ульяновске, где он занимал пост вице-губернатора области, а Анна с детьми находилась в Москве. Большие расстояния и редкие встречи привели к тому, что в 2006 году супруги развелись. Вскоре у Михалковой появился новый ухажер – режиссер Александр Шейн. Они вместе выходили в свет и не скрывали своего романа. В обществе уже стали поговаривать о предстоящей свадьбе. Будущий зять пришелся по душе и родителям Ани. Но такой поворот событий не понравился ее бывшему мужу Альберту. Он начал снова ухаживать за Анной, присылал ей дорогие подарки, признавался в любви, дарил роскошные цветы. Практически из-под венца Михалкова снова вернулась к Альберту. Бывшие супруги опять официально поженились, а в 2013 году появилась на свет их дочь Лидия. Свое положение Анна тщательно скрывала, даже ее мама долго была не в курсе. Когда Татьяна Михалкова узнала о беременности дочери, то думала, что срок еще небольшой, но уже через несколько месяцев родилась Лидочка. Она настоящая папина дочка, Альберт ее обожает и никому не позволяет ее наказывать. Аня считает себя счастливой женщиной, она никогда не раздражается и не впадает в депрессии. Даже плохое настроение у нее бывает редко. Единственная проблема, с которой она периодически боролась – лишний вес. Но в последнее время в прессе только и пишут о том, как сильно похудела Михалкова. Актриса признается, что с возрастом ее сильно стало беспокоить повышенное давление. Поэтому она откорректировала давние привычки, питание и образ жизни и похудела на 15 килограммов. Пожелаем этой замечательной актрисе новых высот в карьере и всего самого наилучшего ее семье. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!